Это я опять. Редко прибегаю к промоции собственного клуба, но поскольку экономика в стране становится сложнее, и клубу надо как-то выживать, за аренду надо платить. К сожалению, здание мне не принадлежит. Предлагаю новую промоцию для моего клуба «Папа Смит Фитнес». Значит, когда вы будете приходить ко мне в клуб, в мой офис продаж, видите, мои ребятки здесь работают, вам будут предложены опции для покупки клубной карты. Соответственно, цена там будет предложена, и сроки, и, соответственно, условия там и тому подобное. Но что я предлагаю от себя? Вот смотрите, я купил такой дартборд, да, или как его там называют. Вот. И мы будем с вами играть в такую игру. И эта промоция делается только у нас в клубе Папа Смит Фитнес. Что вы будете делать? Мои менеджеры по продажам будут предлагать вам цену. Соответственно, например, клубная карта на 12 месяцев, например, 20 тысяч. Да? Но вам будет дана опция поиграть в дартс самим собой. Вам дадут 3 дротика. И вы должны будете выбить себе скидку процентную. Если вы попадете в десяточку, то 20% скидка от клубной карты. Попадете в девяточку, 9%, попадете в 14%. То есть ясна система, да? Вот смотрите, как это работает. Сейчас Папа Смит вам покажет, как надо выбивать максимальную скидку с членских взносов. С 3 попыток, поехали. Бэм, 15 я уже заработал, да? Продолжаю. Бэм, сколько там? 4. Ну и последняя попытка. 5. Ну и вы подходите 15. К этому борду и, соответственно, выбираете что? Максимальную скидку, максимальное число, которое вы выбили. 15% будет вам от членской карты клубной в наш клуб. Мои менеджеры вас обслужат, примут ваши золотые денежки, и вы будете прекрасно заниматься у меня в клубе, получая максимально качественное обслуживание. А это был Папа Смит. Приходите к нам, ссылайтесь на это видео, заходите, играйте в дартбордс и получайте скидку. Па-бам! Всем здоровья! Не будет ордя. Беру слаба из логи как пазл. Выкладываю буги на бит разом. Получается современная картина, но ты меня не видишь, потому что я как Джон Сина. Современное искусство. Слова-то не служи, а почувствуй. Музыку, мюзикл, это моя жизнь, где я в главной роли и зарабатываю капусту.